Гуси-лебеди. В маленькой деревушке на краю дремучего леса жили муж с женой. И были у них дочка Алёнушка и маленький сынок Иванушка. Собрались как-то отец с матерью в соседнее село на ярмарку. А Алёнушку с братцем дома оставили. «Доченька, — говорит мать, — будь умницей, присматривай за домом и за Иванушкой, а мы тебе платочек красненький купим». Ушли родители, а дочка и забыла, что ей поручили. Посадила братца под окошко на травку и пошла играть с подружками. Загулялась, заиграла, а когда вернулась, глядь, нет Иванушки. Кинулась искать, нигде нет. Заплакала Алёнушка, выбежала за околицу и увидела, как метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом. Догадалась девочка, что это они унесли ее братца. Про гусей-лебедей давно шла дурная слава, что они пошаливали, маленьких детей уносили. Бросилась Алёнушка их догонять. Бежала. Стоит печка. Печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели? Съешь моего ржаного пирожка, скажу. Не хочу я твоего ржаного пирожка. Я у моего батюшки только пшеничное есть привыкла. Обиделась печка и ничего не сказала девочке. Побежала Алёнушка дальше. Стоит яблоня. Яблоня, не видала, куда гуси-лебеди полетели? Съешь моего лесного яблочка, скажу. Не хочу я твоих кислых яблок. Я у моего отца только садовые есть привыкла. Обиделась яблоня и ничего не сказала девочке. Побежала Алёнушка дальше. Течет молочная река в кисельных берегах. Молочная река, кисельные берега. Куда гуси-лебеди полетели? Поешь моего киселька с молоком, скажу. Не хочу я твоего простого киселя. Я у моего батюшки только сливочки есть привыкла. Ничего ей не сказала речка. И долго бы Алёнушка еще бегала по полям, да бродила по лесу, но, к счастью, повстречался ей ёжик. «Ёжик, не видал, куда гуси-лебеди полетели?» «Вон за ту гору!» Кинулась туда девочка. Смотрит, стоит избушка на курьих ножках, об одном окошке стоит, поворачивается, а в избушке сидит баба-яга, костяная нога. И кудель придет, а рядом с ней Иванушка румяным яблочком играет. Вошла Алёнушка в избу, поздоровалась. «Здравствуй, бабушка!» «Здравствуй, девица!» «Зачем явилась?» «Заблудилась я в лесу, замерзла. Позволь у тебя погреться. Ну что ж, проходи. Я пойду баню затоплю, а ты пока кудель вместо меня попряди». Дала она девочке веретено, а сама ушла. Стала Алёнушка кудель прясти. Вдруг из-под печки мышка выскочила, да и говорит: «Девица, не верь бабе-яге, она тебя вымоет, выпарит и после зажарит и съест». Испугалась Алёнушка, заплакала, а мышка ей опять: «Бери братца, да беги отсюда скорее, а я бабу-ягу задержу». Поблагодарила девочка добрую мышку, схватила Иванушку и побежала домой. А баба-яга время от времени подойдет к окошку, да спрашивает: «Придешь ли, девица?» А мышка ей отвечает: «Приду, бабушка». Натопила баба-яга жарко баню и пришла за девочкой. А в избушке нет никого. Поняла баба-яга, что ее обманули. «Гуси-лебеди, летите в погоню! За сестрой с братцем быстро принесите их назад!» Увидела Алёнушка, что летят гуси-лебеди.
вот-вот их догонят. Течет молочная речка, кисельные берега. Речка-матушка, спрячь нас, съешь моего киселька. Делать нечего, съела. Речка укрыла их под бережком. Гуси-лебеди пролетели мимо. Поблагодарила девочку речку и пошла дальше. А гуси-лебеди воротились, летят навстречу. Стоит яблоня. Яблоня-красавица, спрячь нас. Съешь моего лесного яблочка. Съела Алёнушка. Поскорее яблочко. А яблонька заслонила их ветвями, прикрыла листьями. Гуси-лебеди их не заметили. Поблагодарила девочка яблоньку и побежала с братцем дальше. Уже и деревня вдали показалась, но тут увидели их гуси-лебеди. Налетели, крыльями бьют. Того и гляди, братца из рук вырвут. К счастью, добежала девочка до печки. «Сударыня печка, спрячь нас! Съешь моего ржаного пирожка!» Алёнушка скорее пирожок в рот, а сама с Иванушкой в печь села и заслонка закрылась. Гуси-лебеди пролетели, покричали, да ни с чем бабы-яге вернулись. Девочка поблагодарила печь за помощь и вместе с братцем побежала домой. Только они в дом бежали, а тут и отец с матерью пришли, гостинцы принесли. Алёнушке платочек красненький, а Иванушке лошадку игрушечную, а еще конфет сладких да пряников мягких. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока!